Всем снова здравствуйте! Рада вас приветствовать на рубрике K-Pop Dance Tutorial, которую мы подготовили совместно с Корейским культурным центром. Новый сезон, но мы с вами не успели потанцевать танцы, которые уже вышли, и это одна из любимых групп, а именно Stray Kids. Мы танцевали с вами уже танец из этого камбэка, но мы не танцевали очень классный трек Megaverse. Очень хотелось бы с вами его выучить, и в качестве бонуса у нас тут часто такое бывает. Я попробую вам дать чуть больше, чем припев, а именно вставку, которая в конце. Но сразу говорю, это будет нелегко, но я думаю, что вы уже к этому привыкли, поэтому давайте попробуем. И в любом случае мы начнем с припева, который вы точно сможете станцевать. Желаю удачи, поехали! Итак, начнем с припева. Первое, что вы делаете, становитесь ногами вместе и правой рукой от левого плеча на слова «Welcome to the Stray Kids Heart Megaverse» у вас правая рука вылетает через правую сторону, и вы вместе с ней опускаетесь вниз. В тот момент, когда у вас рука находится внизу, вы ее собираете вот в такую форму с мизинцем и большим пальцем. И на Stray Kids вы поднимаете рукой голову, на мега вы этой рукой отворачиваете голову и возвращаете обратно, как будто бы ее отодвигаете. И следующим движением ударяете кулаком в левую сторону, а сами отклоняетесь немного вправо, и левая нога у вас с коленом немного выходит в левую сторону. То есть будет «Welcome to the Stray Kids». На хат ударяете рукой с головой, на мега ударяете рукой в левую сторону, у вас отходит левая нога немного влево, а вы вправо. И на верс вы выкидываете правую руку вместе с правой ногой через правую сторону по кругу. Welcome to the Stray Kids. Hot, mega, verse. Выкидываете, и потом вы ставите ногу правую рядом, и у вас выкидывается левая нога вверх, и вместе с этим вы ударяете двумя руками вверху в кулаках. Выкинули правую ногу, правую руку, перенаступаете, ударяете. После этого вы ударяете правой рукой влево, и когда меняете руку на другую, сразу же перекидываетесь в правую сторону. То есть вы ударили влево с правой рукой, ударяете левой рукой и перекидываетесь на правую сторону. Еще раз ударили вверху, перенаступаете, ударяете, перенаправляете вес на правую сторону. Давайте еще раз сначала соединим. Welcome to the Stray Kids Hot Mega Verse. Ударяете, 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 перенаправляете вес. После этого вы замахиваетесь двумя руками, делаете полкруга в разные стороны, в этот момент прогибаете грудную клетку. И заканчиваете это движение вниз, а руки наоборот с кулаками идут вверх. Через вверх сюда. После этого вы впрыгиваете левой ногой ближе к правой, а правая наоборот выбивается и вылетает в правую сторону вверх. То есть вы сидели внизу, подбиваете левую ногу, правая вылетает. И на два бита тут очень нужно будет слушать музыку, чтобы попадать. Но когда привыкнете, то поймется все. Когда вы вылетаете ногой, вам нужно будет два раза прокрутить головой справа налево по кругу. И в тот момент, когда вы это делаете, вы переносите себя вместе с правой ногой на правую сторону спиной, после чего мы сразу же вернемся обратно. То есть вы вылетели, два раза прокрутили, поставили ногу, вернули ногу обратно и отдельным движением повернули корпус обратно. То есть будет раз движение, два, три, поставили, вернули, довернулись. Давайте еще раз сначала соединим. Welcome to the Stray Kids Hot Mega Verse. Ударили, удар, перенесли вес через замах вниз, подбили ногу, выкинули, два поворота головой, встали ногой, вернули обратно, довернулись. Следующее движение – отдельно руки. У вас вылетят руки в разные стороны,
затем через низ прямо вперед. В этот момент, когда у вас улетают руки, вы становитесь на правую ногу, полностью вес переносите. Затем, когда у вас руки идут вниз, у вас левая нога поднимается коленом наоборот вверх. И когда руки поднимаются вперед вверх, у вас левая нога ставится на пол. То есть будет раз, два, три. После этого вы перенаступаете шагом наоборот правой ногой вперед, а руки в этот момент... Есть два варианта того, как это делается. Либо через проворот, либо через бабочку, потому что там, опять же, в зависимости от того, за кого вам хочется танцевать, вы всегда можете смотреть, как, кто какое движение делает ваш вес, и, собственно, выбирать себе варианты. Можете это совместить и сделать и проворот, и бабочку, в зависимости от того, еще успеется ли это, потому что это очень быстрая скорость. Можете выбрать один из вариантов. И руки расходятся вниз в тот момент, когда ставится нога. То есть вы проворачиваете, либо делаете бабочку, и вместе с тем, как наступает нога, руки убираете вниз. Следующие все движения корпус вместе с ногой будет делать одно и то же. Вы немного переносите вес к передней правой ноге, и в тот момент, когда вы немного переносите вес и наклоняетесь туда, у вас колени расходятся в разные стороны. Правую ногу вы на пятке крутите туда-сюда. Делайте раз, два, три, оно все будет одинаково одно и то же ходить. То есть вы перенаступаете, делаете раз. Со следующим движением, когда будет следующее движение такой же ногой, вы руки с перекреста разводите в разные стороны, так чтобы ладони были видны впереди. То есть будет раз, с перекреста два, на следующие тоже послушайте потом биты, на два бита. Вы два раза ударяете рукой по грудной клетке, а на следующее движение ударяете руками вверх, в диагональ вправо, обратно и опять туда же. То есть будет раз, два, три. И еще раз всю эту связку через проворот или бабочку вниз, со следующим через перекрест в разные стороны с ладонями. На следующее два раза ударить по грудной клетке, на следующее сделать три движения. После этих трех движений вы правую руку выкидываете туда, вместе с этим заворачиваете себя, и в этот момент поднимается правая нога. И вы с нее же потом пойдете. Но один бит, вам нужно быть вверху там. То есть вы убираете руку, поднимаете ногу, и следующие шаги вы как будто бы хотите пойти вперед, вы этим и разворачиваетесь, и идете вперед, правая, левая, правая. И в этот момент ваша рука, которая была вверху, через небольшую волну, через низ, выходит вверх туда по диагонали. Вместе с шагами получается. Раз, два, и на три вы опускаете руку и вместе с собой забираете себя назад и уходите назад. Но эта концовка, она переходит именно во вставку, чтобы вы понимали, первый припев заканчивается, который начинается вот так, заканчивается немного по-другому, но так как я хочу вам дать дополнительную еще часть, я даю вам концовку второго припева, которая переходит сразу же во вставку, чтобы вы понимали, какую часть мы вообще где танцуем. И давайте еще раз соберем вместе этот припев перед тем, как делать еще часть. Сначала. Welcome to the Stray Kids Hot Mega Doors. Ударили, ударили, перенесли через замах вниз, выпрыгнули, два поворота головой, встали, поставили ногу, довернулись. Перепрыгиваете в этот момент руки в стороны вниз, вперед, через бабочку или перекрут вниз вместе с правой ногой, с двумя руками, постучали два раза по грудной клетке, сделали три удара в диагональ вправо-вверх, в обратную сторону и опять обратно. Завернули себя немного назад вместе с правой рукой, правой ногой. И раз, два, три, вместе с рукой, с ногой вышли и забрали себя назад, уходите назад, чтобы перейти в следующую ставку. Но перед тем, как учить ее, давайте попробуем вначале потанцевать припев, вначале под медленную скорость, а потом быстрее и быстрее. Желаю удачи! We're
Ну что, как ваши успехи? Если у вас не получается с первого раза, это нормально, все в порядке. Просто нужно побольше потренироваться. Но следующая часть, я не знаю, но она сложнее. Но опять же, чем больше вы репетируете, тем у вас будет легче это получаться. И это в качестве бонуса для тех, кто очень хочет танцевать стрейкидс. Ставка делается в разные стороны. Поэтому я буду показывать за центрального или за одну из сторон. Это зависит от того, за кого вы хотите танцевать и что вам больше нравится. Первое, после того, как мы повернулись, вы разворачиваетесь, начинается медленная часть, в которой вы просто медленно двигаете руками волнами. Вы можете это делать в любую плоскость, но делать это в разные стороны. После этого там два бита, и вы двойным ударом ударяете вперед кулаками. Раз, два, где бы вы ни находились. Раз, два, и через низ уходите либо в одну из сторон, либо, как я показываю, за центральную, просто выходите вперед и головой киваете вверх. После этого вы выпрыгиваете опять же в одну из сторон, я показываю только сейчас за правую сторону. Вы выпрыгиваете и делаете волну корпусом сверху вниз, и в этот момент у вас руки проходят по сторонам вашего тела. Медленно выпрыгиваете, остаетесь в таком же положении, чуть-чуть с отклоненным корпусом назад. Голова из прямого положения у вас через низ разворачивается к центру, где бы вы ни находились. И затем импульсом грудной клетки вы возвращаете себя в обратное положение. После этого, собственно, происходит переход. Вы можете просто остаться на месте, можете сделать пару шагов, как вам захочется. После этого начинается очень быстрая вставка. Опять же, буду показывать за того, кто стоит по центру, но потом сами можете посмотреть, чем это все отличается. На слова Stray Kids вы вначале ударяете руками, ребрами в разные стороны, а затем кулаками. А затем вы эти кулаки перенесете вверх-вперед. И в этот момент правая нога впереди. Будет Stray Kids вверх. Затем у вас руки расходятся в разные стороны, вверху. Затем через перекрест внизу. И затем опять поднимаются вверх. После этого вы перепрыгиваете правая и левая нога, чтобы развернуться немного боком. И в этот момент переносите руки сверху вниз, так же, как мы делали в припеве вот эту штуку, только в бок сюда. После этого возвращаетесь в обратное положение и вначале ударяете правой рукой, потом левой, поднимая руку за локоть. Удар в правую сторону, удар в левую сторону. После этого вас как будто бы от левой стороны отталкивает, и вы подносите левую ногу к правой ноге и через полукруг выносите ее в диагональ, в левую сторону, вперед. То есть будет раз, два, перенос ноги, а затем вы переносите вес к левой ноге вместе с двумя руками в кулаках вперед. То есть вы находились немного сзади весом, и затем все это вперед. Затем через перекрест рук вы выносите руки за голову, и в этот момент вам подходит правая нога. Сюда удар. После этого вы будете переносить вес справа на левую ногу. Вначале на левую ногу и правая поднимается, затем на правую ногу. И в тот момент, когда вы переносите вес на левую ногу, у вас раскрываются руки, когда вы переносите вес на правую ногу, вы начинаете закручивать руки, потому что после этого будет удар вперед. То есть будет раз, два, и вы ударяете вперед вверх руками. После этого обратно возвращаетесь на ноги вместе. И от этого будет два удара, опять же на два бита. У вас выйдет правая рука, затем выйдет левая рука. И через вверх будет опускание вниз. Вас как будто поднимет и с этого просто сдует вместе с руками и немного приседая на ногах. Раз, два и вниз. После этого вы выпрыгиваете на правую ногу, а левая у вас вылетает в сторону вверх. И правая рука прилетает ко рту. Будет раз. После этого левая нога ставится по диагонали сюда.
И в этот момент вы перекрещиваете руки, раскрещиваете руки, поднимаете их вверх. Все с ребрами ладоней. Раз, два, три. После этого вы переходите в другую диагональ, другой ногой. И здесь будет два бита опять, на которые вы два раза приседаете, а ваши руки перекрещены друг на друге, наоборот, вверх два удара делают. То есть вы находились здесь, сделали раз, два, три, перенесли ногу и сделали раз, два. Давайте теперь попробуем собрать эту вставку всю вместе. После поворота на медленные звуки вы начинаете делать волны. Ждете двух битов, два раза ударяете вперед. Переносите через низ, встаете вверх, киваете головой и выпрыгиваете в одну из сторон с руками вверх, делаете большую волну, оставаясь сзади. Отдельно поворачиваете голову вперед, отдельно импульсом убираете тело обратно. Становитесь, куда вам удобно встать, в плане переходите или делаете шаги на месте. На слова «stray kids» делайте два удара. Затем вверх-вперед, затем в стороны, через перекрест вниз, опять наверх. Через перепрыг, через вверх, руки проходят вместе с грудной клеткой вниз. Возвращаетесь обратно, удар правым локтем, удар левым. Сразу же отталкиваетесь, переносите ногу в диагональ. Затем к этой ноге вместе с руками. Через перекрест рук, руки за голову, нога пододвигается. Оттуда переносите вес, руки раздвигаете, замахиваетесь руками, ударяете вперед. Становитесь обратно, правая, левая рука, через вверх, вниз сдуваетесь. Выкидываете левую ногу, правая рука около рта. Ставите ее в диагональ. Раз, два, три. Переставляете ноги. Раз, два. И еще один кусочек до концовки. Он более адекватный по самим движениям, но он очень быстрый. Но зато он повторяющийся движение равномерный. В чем суть? Первые 4 бита вы будете выпрыгивать. Вначале вы летите, прыгаете на левую ногу, правая рука и правая нога у вас поднимаются. То же самое с другую сторону, то же самое в другую сторону. На четвертый раз вы поднимаете две руки, как замах. Следующие 4 движения. В чем суть? У вас правая нога сгибается, и вы на нее немного переносите вес каждый раз. А рука вначале локтем в правую сторону, затем переносите кисть ее в левую. Левая рука все время на месте. Будет раз, два, три, четыре. После этого вы будете отходить на правую ногу назад, затем на левую ногу назад. Вместе с этим, с правой ногой у вас руки вылетают через правую диагональ вверху, с левой ногой через левую диагональ вверху. После чего вы прокручиваете опять руки и выкинете правый кулак руки вверх вместе с ударом правой ногой назад. Раз, два. И еще раз эту вставку. Выпрыгиваете, 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 замахиваетесь. Раз, два, три, четыре. Шаг с руками, шаг с руками. Проворот, выкидываете. После этого они делают движение в кругу. Но опять же, я просто покажу прямо. Оно тоже несложное. Вы выкидываете руки вместе с ногами, отходите назад, немного наклоняясь. Возвращаетесь обратно, выкидываете руки, спрыгивая, немного наклоняясь, возвращаетесь обратно. И последним движением вы носите руку вверх, либо правую, либо левую с указательным пальцем. Делаете вид, что вы куда-то идете, либо правда идете. И последним движением, опять же в любую из сторон, вы замахиваетесь ногой и выворачиваете себя назад вместе с корпусом и головой. И на последний звук разворачиваете себя обратно. Ну что, попробуем это все потанцевать. Вначале подмедленную, потом быстрее и быстрее, но не пугайтесь. И сразу советую танцевать это побольше подмедленную, прежде чем переходить к быстрой скорости, но уверена, что у вас все получится. Давайте попробуем. Make a purse.
Stray Kids. Ну что, пишите в комментариях, как получилось ли у вас. Я понимаю, что последняя вставка очень сложная, даже по сравнению с припевом этой же песни. Но я думаю, что здесь находятся те, кому действительно интересно танцевать эти танцы. Поэтому, если вы постараетесь, то вы обязательно сможете. Я смогла, и вы сможете. И у кого получится, пишите в комментариях. Выставляйте ваши видео, если вы выучили туториалы. По этим видео отмечайте меня, Корейский культурный центр. И пишите в комментариях, какие еще песни вы хотели бы выучить. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рада была с вами снова потанцевать. До встречи!